Мы зачитаем из книги Бамидбар, числа, 22 глава, со 2 по 4 стихи. «Ваяр Балак бен Ципор, эт кол ашер аса Исраэл лаэмори, ваягар Моав мипней хаам меод, кираву, ваякац Моав мипней бней Исраэл, ваёмер Моав эл зикней Мидьян, ата ялахеху акаал, эт кол звивотену, כלכו חשור את ירק השדה, ובלק בן ציפור מלך למואב בעת ההיא. אמן. Присаживайтесь, пожалуйста. Мы также зачитаем на русском. И видел Валак, сын Сифоров, все, что сделал Израиль Амореем, и весьма боялись моавитяне народа сего, потому что он был многочислен, и устрашились моавитяне сынов Израилевых. И сказали моавитяне старейшинам мидьянским: «Этот народ поедает теперь все вокруг нас, как вол поедает траву полевую». Валак же, сын Сифоров, был царем моавитян в то время. Амин. Всем шаббат шалом. Вся парашат Ашаво называется Балак. Это имя царя, как мы прочитали на русском, Валак. И довольно-таки интересно, следующий параше тоже будет название параше. Это имя человека, только праведника, Пинхас. И часто мы замечаем, что название Парашат Ашаво – это либо имена, либо какое-то действие в одном или в двух словах. Да? И вот в этом начале или названии Параше всегда есть как бы информация определенная, которая нам намекает на разные вещи. И вот когда у нас есть тоже имена с вами, как Валак или Пинхас, это дает нам задуматься о характере того человека и говорит о том, что в духовном мире эти люди были важны. Либо в отрицательном аспекте, как Валак, который нес очень отрицательную такую линию и мог, или по крайней мере попытался разрушить народ Божий. Либо Пинхас, казалось бы, простой человек, ниоткуда появился, но остановил Магифу, остановил наказание одним правильным действием. Вы знаете, очень часто мы думаем в нашей жизни, что чем больше как бы хорошего я делаю, это будет делать меня хорошим. Добрые дела – это хорошо, конечно. Но иногда, когда мы видим, вот нужно в этот момент совершить какой-то правильный акт действия, это может повлиять на ход событий не только в моей жизни, но и вокруг меня. Точно так же, как это произошло с Пинхасом. Но это отдельная история. Мы сейчас у нас находимся в параше Валак. Через неделю поговорим, да. Балак от слова левлок на иврите – это разрушать или расколоть. Во-первых, это напоминает образ сатана, который пришел, чтобы украсть, убить и погубить. А во-вторых, людей, в частности, внутри общины, которые вносят разделение или пытаются расколоть общину. Их действия, кстати, очень похожи на действия Балака, мы не будем вникать в это, но общим одним словом скажу, это разные махинации, которые он пробовал сделать. Он убоялся народ израильский, написано, из-за победы над Амореями. И, конечно же, действовал из страха, что Израиль завоюет его территорию. То есть объяснимо, в принципе, да? На самом деле это много показывает о тех, кто вносит раскол, то есть их причины. Откуда они как бы, или чем они руководимы вот в этом действии раскола. Точно так же, как Валак. То есть люди такие действуют из страха, из зависти, что они где-то потеряют свое место, и они начинают заниматься вот такими делами. Теперь наша тема с вами, которую я назвал, это не Балак, но она связана с текстом, который мы прочитали тоже. Тема я назвал, что такое освящение, с буквой «Я». «Маза кидуш». «Аваль кидуш лёг мошем шель тфиля» или «Таалих шеля маамин». Агдаша за ютер канире посвящение, а не бадакти. А они руцали добирали освящение. Кидуш мимира лекадеш, освящать.
Мы слышали такое понятие, да, как освящение, как отделение. На примере Шаббата, например, даже, да, когда мы отделяем этот день, делаем его особенным. И я слышал даже такие высказывания, что, ну, в буквальном смысле Шаббат уже закончился, он несет в себе только духовное какое-то значение покоя в Боге. Ну, вот такое, такое понимание я слышал. На самом деле практически это невозможно, потому что мы все еще ходим по этой земле, мы все еще ходим на работу и находимся вот в этой рутине, в суете, и практически невозможно каждый день отделять для Бога вот так, как мы это делаем в Шаббат, например. Если взять, например, мужа и жену, когда они хотят для себя выделить время отдельное, да, ну вот особенное, у каждого это по-разному, да, кто-то, у кого-то это ужин при свечах, у кого-то это прогулка по набережной, у кого-то это взять жену на рыбалку, например, да. И это тоже все хорошо и отлично. Но мы не можем этим заниматься каждый день, вот что я имею в виду, друзья. Все заняты, и поэтому такие вещи мы понимаем, что да, есть отдельное время, то есть отделение, если хотите, освящение, да, для того, чтобы провести какое-то время с любимым человеком. И когда мы говорим о Боге, то Шаббат остается Шаббатом физически. Это лирическое отступление по поводу Шаббата. Мы говорим на тему освящения, отделения, да, это был просто пример. Но что включает в себя вот этот таалих, процесс отделения? То есть как мы это видим на практике? Я просто отделяю себя от кого-то и сижу, ничего не делаю. На примере израильского народа мы с вами видим, что Бог повелевает израильскому народу взять вот эту землю и практически отвоевать ее. Вот все территории, которые были, принадлежали там Моаву, Амореям, Ферезеям, Хитеям и так далее. Там много народностей было на территории обетованной земли. Вот все эти территории народ должен был отвоевать и тем самым осветить или отделить эту землю для Творца. Теперь, когда мы используем такие слова, как «отвоевать», и это слышится со стороны израильского народа, в частности, обращаясь к тем верующим, которые рассматривают очень часто действия Израиля по отвоеванию как агрессия или оккупанство, да, называют захватчиками нас и так далее. Во-первых, напомню, что вся земля Господня. И Бог выбирает то место, на котором Он хочет поселиться. Во-вторых, географически изучая, вполне вероятно, что вот эта земля – это был центр Эдемского сада. Это можно просмотреть по географии, описываемой в Бытие 2 глава. И это объясняет, почему Бог выбрал именно этот кусок земли, чтобы осветить его для того, чтобы совершить свой план искупления. Поэтому Он создает народ, который должен пойти взять эту землю для Бога, осветить ее, отвоевав территории, для того, чтобы туда мог прийти Сын Божий, Мессия Иешуа, и совершить Божий план искупления в том месте, где человек согрешил. Поэтому на самом деле, когда мы говорим о том, чтобы отвоевать, это практически вернуть Богу то, что Ему принадлежало изначально. По сути, Он-то создал всю землю, поэтому и написано в псалмах, что земля и все, что на ней, и под ней, и над ней, это Его. Теперь, земля или почва – это прообраз нас с вами. И когда мы говорим об освящении земли через возвращение территории, то мы понимаем, что наше освящение или отделение для Бога тоже заключается в том, чтобы мы с вами, живя на этой земле, сумели прогнать с территории своей души и своего сердца разных врагов, тем самым отвоевав определенные сферы жизни для Бога. То есть практически без того, чтобы работать над собой и менять какие-то вещи в своей жизни, не получится совершить вот этот процесс освящения. И это объясняет, почему Балак, или в нашей жизни Сатан,
часто строит планы, чтобы нам этого не достичь. Он не хочет, чтобы ты и я, мы взяли под контроль те территории сердца, над которыми он еще остается главным. Поэтому все те, кто проходит путь освящения, будут постоянно на своем пути ощущать вот это давление со стороны врага. Я просто хочу как бы поддержать и укрепить всех, особенно тех, которые ощущают вот это духовное давление, и особенно если ты знаешь, что ты идешь по путям Божьим. Это Балак, которому не нравится. Он видит, что ты занимаешься отвоевыванием территории для Бога в своей жизни. Это также имеется в виду освободить те сферы в жизни, в которых мы еще с вами не свободны. Это могут быть привычки какие-то, а это могут быть более тяжелые вещи, связанные с характером, которые генетически в нас вложены. И это целый процесс. Точно так же мы наблюдаем, с некоторыми народами Израиль мог разобраться довольно-таки быстро, с другими это было с таким затяжным периодом времени. Разные враги были, разные категории, кто-то слабее, кто-то сильнее. Поэтому есть вещи в нашей жизни, с которыми нам легче справиться, или мы быстрее их как бы можем побороть. А есть, где мы застреем иногда. Это в порядке вещей. Главное, чтобы мы держали руку на пульсе и видели, что мы все-таки двигаемся вперед, а не останавливаемся шаг вперед и два назад. Это тоже очень важно. Новый Завет нам тоже говорит и подтверждает, что Царствие Божие усилием берется. То есть тоже вот этот момент борьбы и захвата. И понимание, что мы на духовной территории, на духовной войне. То есть есть враги вокруг нас постоянно. Я завершу одним таким свидетельством личным в моей жизни, когда мне вот именно на эту тему приснился сон. И вообще я редко вижу сны, но вот такого плана, пророческий в плане, не то, что там завтра произойдет, а именно через сон я мог увидеть определенную духовную ситуацию или положение. И я вижу во сне, как я сплю, и проникает вор через окно и нападает на меня. Я на кровати переворачиваюсь на пол, начинаю с ним бороться. Я чувствую, что очень сильный, но внутри я чувствую, что я могу победить. А силы как бы равные. Я заваливаю его на пол, и мне хотелось взглянуть, кто это. Кто это за подлец такой, который залез мне в окно домой. И когда я увидел, я смотрю и вижу свое лицо. И для меня это был определенного рода такой как бы и ответ, и в то же самое время понимание общей духовной ситуации. Что очень часто нам кажется, что мы боремся там со служителем или с братом или с сестрой какой-то. На самом деле мы боремся с самим собой, внутри себя, с какими-то, с моим «я» или «эго». То, что не дает мне принять человека вот, в теле Мессии и просто служить с ним, вот как Бог сказал. Поэтому пусть Бог нас благословит и поможет нам побороть свое «я», отвоевать территории и не дать Балаку, кто бы это ни был, расколоть общину и расколоть то дело, которое Бог совершает внутри меня. Аминь.